Жители Красноглинского района первыми в городе могут заявить, что у них во всех домах проведена холодная вода. Сотрудники РКС «Самара» демонтировали последнюю водоразборную колонку в этом районе. И если раньше горожанам приходилось каждый день ходить с ведрами за водой, то теперь об этом с радостью забудут. И в мороз, и в югу идешь, все равно. А куда деваться? Вода – это все. Без нее нельзя не жить никак. А теперь я прям как в раю. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Работы по подключению домов к центральному водоснабжению ведутся в рамках программы РКС «Самара. Вода с улицы в дом». Большую помощь в этом оказывают администрации внутригородских районов. Их сотрудники ведут разъяснительную работу с жителями, организуют коллективные подключения. Главе Красноглинского района Вячеславу Коновалову торжественно вручили символ ушедшей эпохи – ведро, которое наполнили конфетами. У всех жителей района вода в доме. Отрадно, что и есть губернаторская поддержка со стороны администрации города, ну и отдельно хотелось бы отметить руководство Красноглинского района. И поэтому благодаря именно совместной работе мы получили конкретные результаты. За время действия программы только в Красноглинском районе воду завели в 24 дома и демонтировали 78 колонок. В планах обеспечить централизованным водоснабжением всех жителей Самары. Андрей Грагуленко, Григорий Плешаков. События.